Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации одного из крупнейших китайских застройщиков компании China Evergrande. Решение принято в связи с тем, что руководство компании не смогло предоставить четкий план реструктуризации. Долги девелопера превышают 300 миллиардов долларов. О дефолте компания объявила еще в 2021 году. До оглашения сегодняшнего судебного решения стоимость акций застройщика упала более чем на 20%, после чего гонконгская фондовая биржа приостановила торги ценными бумагами Evergrande.